Сегодня в правительстве области обсуждали перспективы сотрудничества с Республикой Мальта. Делегацию во главе с полномочным послом республики в Российской Федерации Кармелом Бринката встречал заместитель губернатора Александр Краснов. Гостям показали фильм об экономическом потенциале региона, а затем делегация отправилась в торгово-промышленную палату, где состоялся круглый стол по вопросам развития сотрудничества Ярославской области и Республики Мальта в сфере экономики. Самое главное, что у нас не только есть для сотрудничества экономическая основа, но и в гуманитарной сфере, в культурной сфере открыты все возможности для сотрудничества. Мы также, как и Мальта, огромное внимание уделяем развитию туризма. Мы считаем, что вопросы, которые сейчас стоят перед участниками мирового сообщества, должны и могут быть решены путем диалога. Политика нашего правительства направлена на продолжение связей с Россией.